ощущение дежавю. Ваша жизнь! Вот так вот мы тут. Снег сменяют дожди, солнце яркое слепит с утра. Только смотришь, полжизни уже позади, и о вечности думать пора. И все чаще сомнения мешают уснуть, молотками в виски колотя. Так ли жизнь удалась? Тот ли выбрал ты путь, раздавая себя по частям? Вроде все, как у всех. В шесть будильник звонит, вырывая из грез, как багор. Ежедневных простых действий твой алгоритм, точных телодвижений набор, словно бритва отточен. По 9 часов отдаешь ты работе своей. Труд, конечно, противен, тяжел и дешев, провоцирует только мигрень. 3 часа на дорогу, туда и назад, если в пробку не встал на пути. Раздражение, злоба, депрессия, мат изнутри начинает трясти. Ужин поздний, согретый женой в попыхах, борщ, котлеты со стылым пюре. Разговор о погоде, коллегах, деньгах. Смотришь, снова темно на дворе. Ни до плотских утех, ни тебе, ни жене. Измотались, и рано вставать. Прочь, важнейший инстинкт! Отдых ясно нужней! Чудо острова манит кровать. Но едва на подушку устало прилег, сон, конечно, сняло, как рукой. И привычно в мозгу застучал молоток, разгоняя блаженный покой. Что ты делаешь здесь? Для кого? Нахрена? Посмотри на себя, чем ты стал? Ипотека, работа, бюро и жена. Ты об этом ли в детстве мечтал? Ты ж как будто хотел покорять океан, в небесах совершать виражи, безрассудно бросаться на вражеский танк. Что в итоге? Давай расскажи. Что молчишь? Не иначе язык проглотил? Или стыдно признаться себе, что мечты и стремления в одной из могил схоронил, покорившись судьбе? Так зачем же скрываешь под фигурой срам? Ты лишь пешка, кричи, не кричи. И, возможно, момент долгожданный настал бросить все и исчезнуть в ночи. От бетонных, постылых, удушливых стен, что закрыли с собою весь мир, убежать далеко, навсегда, насовсем. Пусть считают, что ты дезертир. Со всех ног, за ушедшей навеки весной, захватив только спички и нож, на семье и работа гремят за спиной. В кандалах далеко ли уйдешь? Далеко ли сбежишь по пустым площадям вдоль бескрайних заборов стальных? Бунтарей, как известно, нигде не щадят. Даже Бог восстает против них. И трещит под ногами коварный асфальт, ненадежный, как мартовский лед. И тугою совьется петлей магистраль, и безжалостно глотку сожмет. Смог спуститься, как войлок, на стенах больниц для отступников и беглецов, превратиться с сосулька в сверкающий шприц. Пациент, ваше время пришло! В наш безумный, порочный, оскаленный век сумасшедшим считают того, кто забыть не сумел, что пока человек, и не предал свое естество. Кто не хочет глаза у экрана ломать, принося олигарху доход, в пробках утром и вечером мертво стоять ради тощенькой пачки банкнот. Кто не верит огульно пустым новостям, пиво вечером в баре не пьет, не целует сапог обнаглевшим властям и в долгах, как в шелках, не живет. У кого на челе не сияет печать и не видно клейма на руке, кто еще не утратил способность дышать, видеть свет и внимать тишине. Для системы такие страшнее чумы и опаснее, чем ядерный взрыв. Лишь безмозглых, незрячих, глухих и немых человечество вносит в актив. В пыльном мраке каких-то секретных контор доктор зло беззаветно творит. Нам придуманы деньги, долги, монитор, и будильник над этим звенит. Выпускают конвейер классических жен, что стандартно готовят борщи. Интернетом навеки твой мозг поражен. Лучшей доли себе не ищи. И опять лезет солнце в гробнице квартир.
вроде только что было вчера, чашка кофе поможет в готовность прийти. 6 часов на работу надо.